Новости на Дону. Категория 12+. У микрофона Наталья Тарасова. Здравствуйте. Снег с дождем и ветер с порывами до 24 метров в секунду ожидаются в Ростове в среду. Об этом сообщает пресс-служба ГУИЧС Ростова. По прогнозам синоптиков, температура воздуха останется в пределах плюс 3, минус 4 градуса по Цельсию. Непогода продолжится до 23 марта. Спасатели просят убрать с открытых балконов вещи, которые может снести ветром. Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим, не парковать машины под деревьями и по возможности не садиться за руль. Холодная погода в Ростове, по прогнозам синоптиков, продержится до конца недели. Парки Сабино и Осенний, а также сквер Северный благоустроят в этом году. Именно эти три территории из 11 предложенных выбрали ростовчане. Напомню, 18 марта в 20 муниципалитетах Ростовской области состоялось открытое рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые подлежат благоустройству в первоочередном порядке. В Ростове в голосовании приняли участие 430 тысяч горожан. В Новочеркасске выбрали парк в микрорайоне Октябрьский, за него проголосовали почти 8 тысяч горожан. В Батайске предпочтение отдали самой популярной у местных жителей аллее по улице Панфилова. В Зернограде с большим отрывом был выбран городской парк культуры и отдыха. Именно его в первую очередь и благоустроят. Выбор жителей других городов станет известен позже. Напомню, в список были включены 85 парков, скверов и площадей. В рамках проекта формирования комфортной городской среды на благоустройство этих пространств выделят 600 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Остановку общественного транспорта на Шабалдаево в Ростове отменят. Изменения вступят в силу 7 апреля. Такое решение приняли в Ростовском департаменте автодорог. Чиновники считают, что нововведения должны помочь в борьбе с пробками на этом участке дороги. Ближайшая действующая остановка автобусов в этом районе находится в 300 метрах на проспекте Ленина. Остановку, которую планируют отменить, жители района называют «скамейка». Они возмущены таким решением. По их мнению, пробка собирается не из-за этого участка, а на Ларина. Ближайшая остановка находится в полукилометре, и добираться до нее нужно в горку. Подземные переходы на Кировском и Буденновском решили признать объектами культурного наследия регионального значения. В подведомственной Минкульту организации «Донское наследие» прошло совещание с участием чиновников, историков и городских активистов. Представители общественного движения «Городской патруль» хотели выяснить дальнейшую судьбу подземки на пересечении Буденновского и Московской. Год назад переход признали объектом культурного наследия, но ни реставрацию панно, ни демонтаж торговых ларьков проводить не могли без охранного обязательства. На встрече в «Донском наследии» выяснилось, что документ будет готов через 2 недели, рассказал ФМ на Дону ростовский блогер и активист Игорь Наришный. Договорились, что как она выйдет, позвонит, соответственно, они должны копию как минимум передать его и вручить, соответственно, арендатору. Первая цель – это, безусловно, конечно, демонтаж ларьков, причем будет договоренность, когда мозаика в год будет возвращаться, чтобы была возможность вся часть ее отреставрировать, чтобы это не ударило сильно по арендатору, не ударило по городу. Но в любом случае нужно открывать, смотреть, в каком состоянии они находятся. По словам Игоря Нарежного, состояние мозаик везде разное. На пересечении Буденновского и Московской плитка пузырится, она требует немедленной реновации. В то же время на Ворошиловском Садовой, где недавно проходил масштабный ремонт, панно выдержали вибрацию отбойных молотков, значит, там кладка прочнее. Еще одно достижение городских активистов в том, что они смогли убедить «Донское наследие» в необходимости признать объектами культурного наследия переходы на Кировском Садовой и Буденновском Садовой. С точки зрения искусства, их мозаичные панно заслуживают особого отношения, тем более, что обоим уже исполнилось по 40 лет. Ростовские подземные мозаики были сделаны в период с 70-х по 80-е года прошлого века. Их изготавливали вручную из чешской плитки, которую покрывали эмалью, обжигали и выпиливали. Основные темы мозаик – рождение и взросление человека, освобождение Ростова, быт казаков, полет человека в космос. 3 игрока гандбольного клуба «Ростов-Дон» примут участие в отборочных матчах чемпионата Европы 2018. Речь идет о 2 матчах с Румынией, пишет «Дон-24». У правой полусредней Анны Вяхеревой возникли проблемы с голеностопом после домашнего матча Лиги чемпионов против Бухареста. Майя Петрова получила перелом пальца во время матча чемпионата России против «Лады», а Екатерина Ильина уже давно испытывает проблемы со спиной. По словам главного тренера сборной Евгения Трефилова, под вопросом и участия в матче Ирины Снопова,
Ивановой. Первый матч между сборными России и Румынии состоится 21 марта в Тольятти. Игра начнется в 19:30 по местному времени. Как сообщили в Федерации гандбола, по состоянию на утро вторника уже продано более 3000 билетов. Повторная игра состоится 25 марта в румынском городе Клуж-Напока. После двух туров сборная Румынии возглавляет четвертую отборочную группу. У нее 4 очка. Российские гандболистки занимают второе место. В их активе 2 очка. Забег невест пройдет в Ростове. Все участницы должны быть в фате. Она может быть куплена или сделана своими руками. Обувь каждая невеста сможет выбрать по своему вкусу. Никаких требований к ней организаторы забега не выдвигают. Самые успешные участницы смогут выиграть призы, которые помогут подготовиться к свадьбе. В числе подарков сертификаты на свадебный торт, занятия спортом, на проведение девичника или брачной ночи в престижном отеле, а также ювелирные украшения, билеты в кино и театр. Забег состоится в ближайшую пятницу, 23 марта. С вами была Наталья Тарасова. Далее слушайте выпуск деловых новостей. У микрофона Инна Панфилова. Здравствуйте. Некоммерческие организации отчитаются о расходовании грантов. Возможность подать заявку на получение президентских грантовых средств у них есть до 26 марта. Полученные средства могут быть направлены на одно из 13 направлений, среди которых охрана здоровья и укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, развитие институтов гражданского общества и другие. Областная власть ведет активную работу по информированию и консультированию некоммерческих организаций, сообщают в Управлении информационной политики Ростовской области. Так, 24 апреля на площадке информационного агентства «Дон Медиа» некоммерческие организации «Дона» представят публичный отчет о социальных проектах, реализованных ими в минувшем году с использованием средств грантов президента Российской Федерации. По словам члена Общественной палаты Российской Федерации Леонида Шафирова, цель таких отчетов не только обеспечить прозрачность расходования грантовых средств, но и содействовать тиражированию лучших практик. 11 управляющих компаний лишены лицензии на управление многоквартирными домами как банкроты. Такое решение приняла областная лицензионная комиссия. Она провела первое заседание в обновленном составе. Предыдущая работала 3 года, отметил заместитель губернатора Ростовской области, председатель лицензионной комиссии Сергей Сидаш. Лицензионная комиссия отработала этот срок очень уверенно, достаточно хорошо. Прошло 35 заседаний лицензионной комиссии. Мы рассмотрели порядка 617 заявлений, из них 537 было выдано лицензий и 84 было отказано. В жилищное законодательство с началом года внесены изменения, и теперь лицензии будут выдаваться на 5 лет. Раньше они были бессрочными. Для управляющих компаний, которые получили такие лицензии до изменения закона, 5-летний срок действия начался с 11 января 2018 года. По словам начальника Государственной жилищной инспекции Ростовской области Павла Асташева, есть и другие возможные перемены. Внесены изменения в жилищное законодательство, которые предполагают, что управляющие организации, имеющие схожие или тождественные наименования тем юридическим лицам, управляющим компаниям, которые ранее получили лицензии, они не имеют права получить лицензию на управление многоквартирным домом. Так что теперь нужно быть изобретательнее в выборе названия управляющей компании. Повторение исключили, чтобы не было путаницы для жильцов. И о валюте. Доллар стоит 57 рублей 70 копеек, евро 71 рубль 23 копейки. Это были деловые новости на FM на Дону. Телефон редакции 200-0849. У микрофона была Инна Панфилова. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. И о погоде. Категория 12+. По информации Гидрометцентра Ростовской области, в Ростове и Таганроге ночью от плюс 1 до минус 1 градуса облачно с прояснениями, дождь с мокрым снегом и гололед. В Сальске и Целине от плюс 3 до плюс 1, также дождь с мокрым снегом и гололед. В Шахтах и Волгодонске от 0 до минус 2. В Тарасовском и Белой Калитве до минус 4 градусов, также дождь с мокрым снегом и гололед. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный от 7 до 12 метров в секунду. Возможны порывы до 20 метров в секунду. И о маленькой погоде. В хуторе Зеркальный, что в Егорлыкском районе Ростовской области, вечерний дождь прекратится, будет пасмурно и без осадков. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 6 градусов. Ветер юго-восточный 4,5 метра в секунду.